Так. О, новое задание. А это где? О, и это задание. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Что, сходим? Давайте, три задания подряд. Бамс. Почему бы не выполнить? За институт пройдем линию. Келлах такой интересный персонаж, видите? Что, опять он будет? А, не, теперь. Синт. Боевик. Агент. Целевой сигнал был подтвержден, и он определенно здесь. О, это, кстати, новый, другой, который белый. Китаец, вернее. Он бежит. Вперед, друзья. Типа перехватим его. Ну что же, раз уже это сотрудничество, то мы можем помочь вам в ваших действиях. Будьте уверены, последний шаг миссии мы выполним. Вам не нужно будет этого делать. К действию. Ну это он своему напарнику говорит. К действию. Типа принял к действию. Принял к исполнению. Да изъясняются странно. По-роботски. Так, ага, тут выход. Телепорта. Заходим. Длинная серия выходит. Возможно, разрублю ее надвое. Так. Получите. Распишитесь. О, блин, этого агента уже почти рубанули. Ничего себе. Ну, опять же, да, вот роль танка, что называется. У нас все дальнего боя. И танка ни одного нету. Надо собаку брать. Наверное, придется вытаскивать из пыльного ящика собаку. И брать ее с собой. Нового выхода я особо не вижу. Ну, полетели. Это вниз, что ли? Чтоб долго не ходить. А какая разница, если мы все равно пройти не можем? А, можем, может теперь ключ есть. А эти? Что-то охраняют. Давайте глянем, что они охраняют. Блестяшку какую-то. Неважно. Может вернемся потом. Может нет. Так, а здесь, ага, тут полубосс стоит, а за ним что? Ага. Не знаю даже, есть смысл к нему идти или нет. А тут что? Тут мегабосс. Ну давайте мегабосса попробуем рубануть сразу. Получится ли? У нас он Келлах на краях, сейчас его унесет. Да, как-то не очень. Заходит у нас. Не, можем не затащить. Ну а будет, да, взять, попробовать собаку. Только вместо кого? Вместо инопланетянчика, наверное. Или Мойра. Даже не знаю. Ох, там ну раз дают, капец какой. Да уж, да уж. Некомфортно. Давайте еще заход номер два.
С первого раза мы не сдаемся. Так, давайте кого? Блин, да все такие мощные. Кого убирать? Давайте Мойру попробуем. Вместо Мойры взять собаку. Будет она танчить, не будет. Сейчас попробуем. Да. Так. Итак. Нам сюда надо. Ну вот собака на себя вывели дома. Ой-ой-ой. Ну так, видите, вроде как комфортнее, да? У нас уже одного перса не было в конце этой драки. А тут все нормально. Да, наличие танка помогает. Так, там просто блестяшка, туда не пойдем. Пока что, во всяком случае. Это если мы там внизу всех затащим, тогда. Сейчас пойдем мегабосса попробуем свалить. Или полубосса попробовать завалить. За ним там, наверное, какие-то усилялки куча лежат. Чтобы мегабосса было легче валить. Ну ладно, забьем. Давайте сразу мамонта валить. Так. Собака держится. Еще нормально держится. При том, что она легла-то послабше. А если ее вкачать еще дополнительно? Такие какие-то там вообще краях нечеловеческие. Ой, толпу позвали. Все. Ну, на этом собака кончилась. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ну-ну, давай, затаскивай, затаскивай его. Есть, затащили. Получил фашист гранату. О, какого-то ученого или что-то нашли. Вы запускаете его. У нас такой есть. Нет, пожалуйста, позвольте мне, пожалуйста, отпустить меня. Я служу в институте много лет. А, это беглый производит синтов, типа сбежали, я понял. Если вы продолжите следовать инструкциям, так и будет. Ага, типа беглецов поймали. Помочь бы практически. Нет, нет. Ага, ухватил его уволок. Я понял. Я хочу знать, что будет с синтетическими синтами, которые дезертировали. Вам не нужно этого знать. Но я хочу знать. Какие-то другие роботы с системным сбоем, программными ошибками, эти вещи считаются мусором. Я не думаю, что он выглядит таким. А
Они не понимают. А, вы не понимаете. Разобранный контроль, то есть неисправность. Чтобы ликвидировать или перезаписать, либо отремонтировать, либо отменить. Это правило института. То есть ошибки надо исправлять. Так оставить нельзя. Перезаписывать. У тебя очищают память, я понял. Вы не должны исправлять его. Он отказался от ремонта и выбрал дефект. А, вот так вот. Проблема решена. Чип памяти вот получен. А, он типа его завалил и вынял память или что? За этим наша задача завершена. Помощь. Спасибо за вашу помощь. Боже, такая задача, которую я действительно не хочу еще раз проходить. Что тут такого, растеклись слюнями, соплями? Да, я надеюсь, что вы вернетесь и поговорите со своим отцом. Такое действие, наше убежище не хочет участвовать в этом. Могу понять цель сообщения, просто дать вам знать, что мы будем делать. Не влияет на меня, на наш институт. Это наше соглашение. Хорошо, мы будем. Не понял, мы закончили или нет? Да, наверное, пойдем отсюда, а то что тут делать? Там босса мы все равно не пройдем, поэтому нет смысла задерживаться, я думаю. Так, ланчбоксик скособоченный. Так. Следующее задание. Так. Давайте пока мы... О, можно Келлога улучшить. Давайте ему броню поднимем. Инопланетянчику что-то улучшить можем. Тоже, наверное, броню. И пистоль тогда давайте. Так. И собаке что-то улучшим. Прокачаем ее по возможности. Так, ну что, давайте сюжеточку таки пройдем. И на этом будем заканчивать, наверное, на сегодня. Итак, у нас длинная серия, я уже, видимо, придется делить ее. О, теперь из железной дороги. Мы и с теми, и с теми, и нашими, и вашим за копейку спляшем, блин. Ок, ребята, наша задача ясная. Дал нам приятель. Что он такое говорит? Видимо, на сленге что-то непонятное. Хорошо, чувак, задача, которую поставил нам... Сяо Дао является предельно ясной. Сохраняйте тонус, не делайте лишних движений. И это принесет хорошие деньги. Он хочет жить вне института. Что тут такое? Понятно? Ни черта не понятно, что ты несешь. Собака вам заговорила с перепугу.
Эй, собака, это задача. Мы не знаем, сколько раз вниз вы держите низкосвященника и сдержан еще. Я не понимаю. Ха-ха-ха, хорошо, я буду. Вот и поговорили. Будьте осторожны, впереди еще. Кажется, здесь был рукопашный бой. Это синт института, и они нашли это место. Это хорошо, что мы говорим о том, чтобы увидеть их. С двойной неудачей. Если институт восстановил этих синтов, многие секреты железной дороги не смогут устоять. Реально, это головная боль. Мы должны решить их всех одновременно. А, если кто-то сбежит, мы должны их всех порешить. Понятно. Не дать никому уйти. Даже собака поняла. Эй, я думал, что вы организация, которая сосредоточилась на спасении синтов. А, типа, зачем всех уничтожать? Надо спасать. Но сначала мы являемся секретной организацией. Вы должны знать, какие... Какие люди могут хранить эту тайну. Институт хочет нашей жизни, а вы, ребята, не зарабатываете и нам на жизнь. Мы хотим, чтобы быть свободными. В жизни не так большой... В жизни не так такая большая пустошь. Разве не хватит всем места? Вы стали способностью бороться за... А, вы стали грабителем, вы причинили вред другим людям на земле. И отходы... Или вы отходы, которые... Вы повредили жизнь другим людям на земле. Вы отходы в пустоши. Вы враг. Десять крошечных. Вы просто хотите изменить пробные рабства, только мы к институту. Таков институт, такой же железная дорога, такой же. Это так. Даже если мы станем грабителями, это тоже наши люди. А, типа, это наш выбор. Мы можем сами выбирать, мы свободны. Вы сделали нас свободными, а теперь такие же. Пытаетесь контролировать, как институт. Ну да, хороший моральный выбор. Что вас интересует в этой игре? Не говори глупости, мы никогда не будем рабами. Ну да, видите, как хитро завернул. Типа, ну, свобода наша тоже выбора. Мы захотели, стали рейдерами. Зачем вы нам мешаете? Налетчиками, грабителями. Зачем вы нам мешаете? Вы выбор нас заставляете снова делать. Вы же не институт, который всех держал там под колпаком. Жаль, что отходы иногда бывают такими жестокими. Ну, отходы, я так понимаю, это рейдеры, налетчики. И настолько упрямыми для тех, кто их синтезирует. Это лучшее облегчение. Ну, типа, для тех, кто их синтезирует, лучше, что они сбежали. Они не знают, почему не считают железную дорогу врагом, но это конец игры. Это лучший конец. Понятно. Пошли перемучим всех остальных. Кто тут еще есть? Так они такими толпами, я смотрю, сбегают с института. Такие ватаги, банды сразу сколачивают. Ничего себе.
это, а сюда как попасть? А вот так, да, я понял. Как, а вот так? Как-нибудь так. Как говорил Масяня, как-нибудь так. Ну шо, робот-бобот-барабек, получай-ка от человека. На. Крепенький держится. Тело там, хопа, дружка подкинул. Собакен его зубами грызет, капец. На. Какой крепкий. Столько держится. Вреда нам не приносит, но держится крепко. Куда? Тут телепорт. Этого следовало ожидать. А там выход. Зачем телепорт, чтобы с одного этажа на другой перелететь? Не совсем понятно. И проще ли бы лестницу было сделать? Ну, маемо шо маемо. Дизайн уровней вещь непредсказуемая. Особенно у китайцев. Так. О! Дездемона. Ты возвращаешься, и судьба, я был, неожиданная авария. Я очень рад, что вы все в безопасности. Что за авария? Я сделала буквы, готовые к необходимости стать главой, которая нам нужна. Трассировка, устройство, следы, вы будете удовлетворены. А, типа этот механик сделал устройство слежения. Во, я понял. Что она несет. То устройство, что она нам обещала. Вы должны помнить, чтобы быть осторожными. Это все точность вещи. Если есть необходимая царапина, я не могу это гарантировать. Это случилось сертификатом. А, типа обращайтесь с ним осторожно, потому что если какая-то поломка, оно перестанет работать. А он починить вряд ли сможет. Вот что значит. Том, не пугай наших гостей. До свидания. Друзья убежища, у меня есть... У меня есть предчувствие, что мы встретимся снова. Ну, отличное предчувствие. Конечно, встретимся. Сейчас на институт повыполняем задание, а потом опять на вас будем выполнять. Какая разница. Тут вот так вот. Ботинок. Так, получаем наши призы. О, еще бонусы. Спасибо. Ой, золотой ланчбокс. Круто. Ну давайте. О, на Элли еще. Спасибо. И еще спасибо. И снова спасибо. Ого, сколько нам нападало, ничего себе. Так, не, мы сюда уже не пойдем, мы по уровню не проходим. Тут без вариантов. Так, ага, здесь новое задание появилось. Здесь проходим, но не сегодня. Уже все. Спасибо. Так, не сейчас. Ага, два задания целых появилось. И тут еще задание. Ага, пройти это подземелье, я понял. Ну, блин, ребята, не сегодня, все, уже устали. Всем спасибо за просмотр. До новых серий, до новых встреч. Пока-пока, ребята.